пока я снимал, они пришли покушать. Вот молодежь, так вот чисто молодежь, подкармливаю утречком. Всем остальным нечего. Ну, тут еще может кто-то встать, вот голубка встала с яиц. Вот молодежь такая, которая еще не залетает на крышу, вот она подкармливается у меня утром. Только и всего. Все остальные до вечера. Вот молодежь, это все уже второй плод. Молодежь вышла подклевать. То они как-то спрятались, побоялись хозяина. О, пыль. Вот как видно. Пылюку на солнце. Вот стали покушать. Вот от тех, кто на яйцах сидел, там на голубятах. Только эти. Покушают. И видите, как все прошлое вот утро. Некоторые, конечно, я бросаю, у некоторых не переварилась еда, я чувствовал. Все-таки, в общем, накормленные вот иду. А вот эти утречком, для этих, конечно. Сейчас это вот Руслана голубочка пошла на вторые, села. Вот молодежь. Кормлю утром. Ну, наверное, выбирают просто. Просто, наверное, выбирают. Подхрипывает голубенок. Чуть подхрипывает. Вылечь! Подхрипывает. Так, в основном птица здоровая. Если не считать это подхрипывание. Вот как, молодцы, подклевывают. Тихо! Молодежь. Ну, некоторые же, те, которые сидели на яйцах, тоже поедят. Все остальные, у кого голубята, тоже покушают. Ну, какой, все, эти уже пойдут, голубята, которые. Вот так. До вечера хватит, вечерком папа с мамой подкормят. Второй плод, первый уже чуть передерживаю, погод не было хороших, было сыро, первый передерживаю, надо, конечно, ему же летать. Привет. Вот так вот, покушал их себе на полочку. Ты свободна, я тебе это тыквы хочу отрезать. Да не, я сейчас поеду. Ну тогда вечером напомни мне, а то я вечером все забываю. О, пылюка какая. Ну ничего. Пусть лучше будет пылюка, чем сырость. Я так считаю. Вот так вот утро у меня проходит. Вот это рыжая, которая это вот по моим голубям. А тут рыжий по. С под этой моей голубки и запорожского красного, которого я отдал на отрыв головы, но их оставил и набрал голубят. Из двух пар 32 штуки. Вот один рыжий вернулся ко мне. Так. Ну, и теперь уже на этом точно все, да? Сейчас еще... Ох ты, как гнезда вышла, показала. Угу. Все голуби уже на крыше, слышу. Ну теперь уже точно пора. Ну вот я смотрю, кукурузу подклевывают. А, ну наверное старая кукуруза подклевывает, а молодежь все-таки помельче кушает. Зернышки. Некоторые не слетают.
Тут пока папа с мамой накормят, а некоторые вот тут подклевываются. Да, подхрипывает этот глубинок. Сильно подхрипывает. Так, ну что, все, пора.